Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Воронцова Катерина. И в ближайшие несколько минут я расскажу вам, как зарегистрировать новичка на официальном сайте Faberlic. Я расскажу о нескольких способах. Их, можно сказать, три. Первый способ – это регистрация по ссылке. О том, как и где найти эти ссылки, отдельное видео о трех важных ссылках в инфобоксе. Смотрите, там тоже очень интересное видео. И что такое ссылки специально? Это реферальные ссылки, которые генерируются специально для вас. И если вы ее передариваете кому-нибудь, то есть направляете, то человек, пройдя по этой ссылке, окажется, заполнив анкету, окажется в вашей структуре. То же самое касается ссылки, направляющей непосредственно на сайт. Они у нас тоже находятся в разделе «Моя структура», но подробности в том видео, которое я вам говорила, ссылка в инфобоксе. И тоже человек, проходя по ссылке на сайт ваш персональный, регистрируясь, попадает в вашу структуру. Но это не единственный способ, как зарегистрировать новичка. Есть еще два. Первый способ, то есть второй получается, это когда человек сам регистрируется на официальном сайте Faberlic. Он нажимает регистрацию, заходит на сайт faberlic.com, да, вот так он выглядит, faberlic.com, и затем нажимает регистрация. Сейчас у нас система позволяет зарегистрироваться еще и через социальные сети, то есть введя минимум анкетных данных, но в обязательном порядке нужно указать, настроить вашего новичка, что там, где есть возможность, у вас есть знакомый консультант, нужно поставить галочку, указать конкретно ваши данные, либо номер телефона, который указан и прикреплен к вашему личному кабинету Faberlic, либо ваш номер, да, ваш персональный номер, которым вы заходите на сайт регистрационный. То есть обязательно, иначе человек просто попадет не в вашу структуру, и ему будет назначен другой консультант, другой помощник. Так, тут точно так же заполняются все данные. О том, как здесь правильно заполнять данные, есть официальное видео от компании. Его я тоже размещу в инфобоксе, вы тоже его можете подробнее с ним познакомиться. Здесь дальше вы нажимаете «Подтвердить», компания вышлет новичку логин и пароль, и сам он уже сможет сориентироваться либо с вашей помощью на сайте и сделать первый заказ. Дальше. Что еще необходимо помнить при регистрации новичка, что если у вас не выполнен ни один заказ на минимальную сумму, да, в России это 1000 рублей для того, чтобы сработала скидка, если данного заказа нет, зарегистрировать под вами новичка невозможно. У вас должен быть оформленный и оплаченный минимальный заказ на сумму от 1000 рублей, если это касается России. В других странах это, как правило, минимальный заказ на сумму, которой идет 20% скидка. Как только вы оплатите заказ, возможность регистрации под вами новичка мгновенно открывается. Следующий, третий способ зарегистрировать нового консультанта или вашу подругу, друга и так далее в компанию Faberlic, вам необходимо зайти в свой личный кабинет и далее. И далее, зайдя в пункт меню, нажать регистрация, вот раздел регистрации. Так, не открылось. Все открылось, замечательно. И здесь нам необходимо ввести данные. В данном случае мы просим у человека анкетные данные, либо сидим вместе с ним, заполняем через ваш личный кабинет. И у нас появилась возможность регистрации не только под себя, но еще под кого-то. Вы можете ввести свою подругу, которая порекомендовала вам вот конкретно этого новичка. Да, очень логично, что если вам подруга порекомендовала этого новичка, то он будет зарегистрирован под вашу подругу, которая тоже покупает и заказывает. Либо, в общем-то, в других случаях нужно вам через свой личный кабинет зарегистрировать человека в свою структуру, но под другого консультанта. Сейчас укажу.
Так, здесь, ну, смотрите, что сразу появляется, да, фамилия, имя, то есть невозможно зарегистрировать под кого-то чужого, сразу система находит вам фамилию, имя, вы можете сверить. Обязательными для заполнения являются фамилию, имя, дата рождения, пол, мобильный телефон, здесь поле, да, разрешить регистрировать для меня по номеру мобильного телефона. Это значит, что человек, когда заходит на официальный сайт, указывает, регистрируется, то, в принципе, можно указать ваш номер телефона для того, чтобы человек зарегистрировался под вас. Обязательным полем сейчас является e-mail. Если его нет, создавайте. Это делается очень просто и несложно. Следующий идет адрес. Здесь вы указываете, находите город, выбираете из списка его, скажем, Ижевск. Находите, да, его в списке. Вот почему-то улица не требуется, но раз требуется дом, то можно знать уже и улицу. Квартира, корпус являются необязательными полями для заполнения, но желательными. Кодовое слово здесь по вашему желанию. Естественно, человек должен иметь представление о том, какое кодовое слово у него. Подтверждаю, что новый консультант прочитал, принял правила работы консультанта. Здесь кликабельная ссылка, вы можете ее открыть. Есть политика использования сервиса партнер, договор купли-продажи. И подтверждается, что новый консультант дал согласие на обработку персональных данных. Далее это все сохраняется. Система вас просит проверить данные и подтвердить их. И после того, как вы провели регистрацию, у вас открывается поле для введения кода подтверждения. Вам необходимо связаться с человеком, ему на номер телефона приходит код подтверждения, вы его можете моментально ввести. Если не получилось ввести прямо здесь и сейчас по различным обстоятельствам, то новичок, заходя в свой личный кабинет, сможет ввести код подтверждения самостоятельно. То есть, если не ввели вы, ничего страшного нет, он ведет самостоятельно. Итак, это все три основные способа, которые есть для того, чтобы зарегистрировать новичка. Какой способ выбрать, решайте вы. Мне больше нравится все-таки регистрация из личного кабинета, либо по реферальной ссылке. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. До новых встреч, до новых видео. Всем пока!